Великая мужская сила в том, чтобы позволить своей женщине быть такой, какой ее задумала природа. Капризной, эмоциональной, нестабильной и колючей. Позволять ей быть женщиной, но в то же время изобрести противоядие от ее яда. Когда вы позволяете женщине быть женщиной, то внутри вас пробуждается больше мужского. У нее капризность, у вас серьезность. У нее эмоциональность, у вас абсолютное спокойствие и уверенность в себе. У нее нестабильность, у вас стабильность, несокрушимость, преданность слову. У нее колкость и яд, у вас объятия, поддержка и полное понимание того, что ее яд совершенно не смертелен. Таким образом, вы полностью дополняете друг друга. Как всем известно, противоположности притягиваются и связываются крепким узлом. Позволяя своей женщине быть капризной и слабой, вы бесконечно доказываете ей и себе, что именно вы в этих отношениях мужчина. И позвольте заметить, что ваши чувства по отношению к ней, они гораздо честнее, а значит и ценнее, так как даже находясь в ссоре, вы способны ее любить и не отказываться от нее.